смотрите видео «Моя консоль Супер Нинтендо». Специальный выпуск отснятый для проекта Павла Филюшкина «Моя консоль». Ссылка на его канал в описании под видео. Ну что, знакомство с данной замечательной консолью началось в 2012 году, когда я ради интереса установил на свой компьютер эмулятор Супер Нинтендо под названием ZSNES. Наверное, вы могли подумать, что о Супер Нинтендо я должен был узнать еще в 90-е годы, так как смотрел телепередачу Сергея Супонева «Новая реальность». Дело в том, что я тогда имел только Денди, и другие консоли мне не особо-то интересовали, по той простой причине, что я с ними был просто не знаком. Поэтому я в то время на Супер Нинтендо внимания не заострял. Единственное, что врезалось в память, знаменитая реклама для российского телевидения. Ты хочешь управлять миром? Твоим миром, в котором каждая секунда — это борьба и скорость. В твоих руках самое совершенное оружие. Уже сегодня в магазинах Денди по всей стране совершенная игровая система. Супер Нинтендо. Но поскольку в моем провинциальном городе не было фирменного магазина Денди, я просто физически не мог ее купить. Не ехать же в Москву. И потом, не секрет, что Супер Нинтендо была лицензионной консолью, в отличие от Денди, которая являлась аппаратным, неофициальным клоном японского Nintendo Famicom. Но речь не об этом. Потом у меня появился интернет. Я стал ностальгировать по 90-м. Захотелось поиграть в Sega Mega Drive 2, которая к тому времени у меня, к сожалению, не сохранилась. И я открыл для себя эмуляторы. И оказалось, что игровых систем, о которых я никогда не слышал, было большое количество. Позже я скачал себе и эмулятор Super Nintendo. Поскольку прочитал описание этой консоли и захотел посмотреть, какие на ней есть игры, внимание привлекла игра Battletoads and Double Dragon, так как я очень уважаю серию игр «Боевые жабы». Вскоре после этого я решил создать свой канал и выложить там свое видеопрохождение без потерь жизни. Об истории моего канала вы можете узнать здесь. Из указанной мной ссылки вы узнаете, как я стал поклонником знаменитой японской игростроительной компании Nintendo и стал коллекционером продукции данной компании. В частности, мне очень хотелось приобрести вставшую тогда моей любимой консолью 8-битную Nintendo Entertainment System, или сокращенно NES, что я и сделал. А после мне повезло найти в родном городе человека, который продавал Super Nintendo PAL регионам с 7 картриджами. За приемлемую цену. Гораздо ниже, чем на том же eBay, где я, кстати, заказывал NES. И вот она у меня уже полгода как есть и радует своими замечательными играми. Помню, как я приехал домой к продавцу. Момент, когда я увидел Супер Нинтендо своими глазами, был незабываем. Ведь это был первый раз вообще, когда я ее увидел не по телевизору, не в интернете, а собственными глазами. И мне она в реальности даже сразу больше понравилась, ибо я ее представлял по габаритам несколько меньше. Она оказалась довольно внушительных размеров. Что сама консоль, что картриджи для нее. Это очередной раз пробудило во мне теплую улыбку в адрес Nintendo за то, что они сотворили еще один шедевр после NES. В общем, я как поклонник Nintendo был в таком приятном шоке, который трудно описать, его надо почувствовать. Еще и продавец сразу мне сунул в руки геймпад от Super Nintendo, который я тоже первый раз в руках подержал. Любезно продемонстрировал мне работоспособность консоли и всех картриджей, и только после этого я принес ее домой. Подключил и, как сейчас помню, перво-наперво включил легендарную гоночную игру F-Zero. Поиграл и убедился собственными глазами и руками, что Super Nintendo превосходит своего конкурента Sega Mega Drive во всем. Действительно, инженерам Nintendo надо отдать должное. Они не боялись экспериментировать, вживлять в картриджи различные совершенные на тот момент чипы,
улучшающие игры, делая их более приятными визуально и в плане геймплея. Я тогда впервые подумал, если бы в детстве у меня была Супер Нинтендо, я бы был самым счастливым ребенком на Земле. Впрочем, это касается любой консоли Nintendo, не только SNES. Ну и, конечно же, давайте напоследок немножко сыграем в каждую из моих игр. F-Zero, первая трасса Mute City 1. То, что вы сейчас увидите, Sega не могла себе позволить, потому что она была гораздо менее мощная, хоть и 16-битная, но не во всем 16-битная. Звук был 8-битным у Sega. Я имею в виду Sega Mega Drive или Genesis. Super Nintendo же 16-битная во всех отношениях. Как видите, даже был чип, который имитировал псевдо-3D, добившись тем самым таких вот гладких, плавных, реалистичных поворотов, как вот в этой игре. Так, перейдем дальше. Super Mario All Stars. Это мой самый любимый картридж из имеющихся здесь, поскольку он представляет 16-битные ремейки первых трех частей Марио, которые были еще на 8-битках. А именно Супер Марио, японский Супер Марио 2, который выходил только на Famicom Disk System, американский Супер Марио 2 и Супер Марио Брос 3. Ну вот, например, посмотрим самого первого Марио, Супер Марио Бразерс. Игра 1985 года, созданная Шигеру Миямото и ставшая самым настоящим хитом. Игра про водопроводчика Марио, который, как шутят в интернете, гребет итальян не с итальянцем, а гребет деньги, как настоящий еврей. Шутка. Вот. Но Марио все прекрасно знают. Так, посмотрим дальше. Super Mario World. Эксклюзив для Super Nintendo. Если вы играли Super Mario Bros. 3, то эта игра, скажем так, ее наследник. Тоже есть карта с выбором уровней, только игра гораздо разнообразнее, дополненнее, больше возможностей. Также здесь присутствуют фирменные эффекты Super Nintendo, как то растягивание, уменьшение объектов и так далее. Здесь также можно найти динозаврика Йоши и ездить на нем. Посмотрим дальше. Книга джунглей. Игра по мотивам одноименного диснеевского мультфильма. Но, честно говоря, 8-битный вариант мне понравился гораздо больше. Здесь игра получилась гораздо сложнее и запутаннее. Но в целом графически она гораздо приятнее. Единственный плюс, который я нашел, в отличие от 8-битной версии и версии Sega Mega Drive, это то, что здесь не обязательно собирать все алмазы для перехода на следующий уровень. Это, я считаю, безусловно, плюс. Микки Мания. Игра про известного популярного диснеевского персонажа Микки Мауса, который путешествует по своим же мультфильмам в хронологическом порядке. Например, начинается, по-моему, с 1923 года, когда только-только появился Микки Маус. И он даже еще черно-белый этот уровень. Точнее, 1928. Вот как видите, уровень черно-белый.
символизирует ту эпоху, когда еще были черно-белые кадры. Ретро, скажем так. Сам при этом герой цветной. Идем дальше. Осталось у меня два файтинга. Это уличный боец 2, Street Fighter. Так получилось, что я в нее поиграл уже после Mortal Kombat, и данная игра особого восторга мне не вызвала. Я даже скажу, что она кажется по сравнению с Mortal Kombat более примитивной. Все, что мы имеем, это несколько персонажей и суперударов. А в Mortal Kombat, как вы помните, были добивания, фаталити и прочее. Так что... Ну и рассмотрим последнюю игру, которая у меня есть. Rise of the Robots. Я считаю, это игра, графики которой позавидуют даже Sony PlayStation 1. Потому что здесь просто потрясающая детализация и проработка персонажей и фонов. Что думаешь, а действительно ли ты играешь в 16-битную консоль? Ну да. Super Nintendo способны на такое. Как-то мне ради интереса стало... Захотелось посмотреть ее, как она выглядит на Sega. И, честно говоря, бедные мои глаза, когда я это увидел. Вот то ли дело на Super Nintendo. Графика просто великолепная. Да и звуки тоже. Вот такой вот файтинг роботов. Шикарно, не правда ли? Короткая, правда, здесь всего 6 противников надо победить. И если один раз проиграешь, то будет гейм овер. Вот это, конечно, минус. Но тем не менее, игра шикарная. Ну и... Что еще хотел сказать? У Super Nintendo есть, как по мне, один замечательный плюс. Это обратная совместимость с играми для Game Boy. Вот, при помощи такого адаптера Super Game Boy можно запускать игры от карманной системы Game Boy. Ставив сюда картридж, а затем воткнув адаптер в саму Super Nintendo. Но картриджа пока у меня нет. Так что показать я вам не смогу игры. В общем, вот такая была моя история. Если вам понравилось, прокомментируйте, поставьте лайк, поделитесь видео. С вами был Алекс Монг. Всем пока и удачи!